Здравствуйте, меня зовут Владимир Мамаев. Я буду защитником. Если вы какой-то будете составлять административный материал, соответственно, будет соответствующее ходатайство перенести рассмотрение. Я вас понял. Да, ну вы вызовите на разбор полетов. Здравствуйте, не бойтесь. Мы вас, это если что, заблюрим, все остальное. Вы меня обязаны заблюрить? Заблюрим. Меня прям очень обязаны. У вас каска есть? А зачем вы это хотите уточнить на камеру? Мобильный телефон убираем прямо сейчас. Мы с вами не обязаны разговаривать на камеру. До свидания. Просто спросил, нет, почему после я отойду, не переживайте. Телефон убираем. Тон уменьши. Ребят, вы сейчас совершаете стратегическую ошибку. Мы ждем оформления ДТП и все. Ждите оформления ДТП. Вас как зовут? Меня Владимир. Вас Владимир? Да, Владимир. Очень приятно. А вас как вам? Берите, пожалуйста, телефон. Спасибо. Я кофе пью, вы вторгаетесь в мою частную жизнь. Сюда идет давление со стороны. Еще разочек, скажите, как вас зовут? Как вас зовут? Как вас зовут, молодой человек? Вы хотели снять на камеру? Еще разочек. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, еще раз, как вас зовут? Вы хотели снять на камеру меня и спрашивали мои? Да. Еще разочек. Там в объяснении будет написано. Как вы себя плохо ведете, девушка? Да. Да. Сегодня на Ютубе будете. Сегодня? Да. Будете на Ютубе сегодня. В всяком случае, на моем канале. Проблема есть. Что значит не будем? Давайте я тогда включу заявление. В отдел полиции обращайтесь, пишите заявление. В любой свободной форме, на любую тему. Я просто на улице стою рядом с подругой, которая попала в ДТП, пью кофе, а подходит два молодых человека. Можете позвонить в дежурную часть, да, сделать заявление, попросить не письменно, а по телефону принять заявление. Это тоже. Спасибо большое. А как вас зовут? Вы там обратились? Давайте все-таки будем общаться. Нормально. 5-го дорожно-патрульной службы 2-го взвода капитан полиции Маслов Михаил Олегович. Как? Маслов? Маслов Михаил Олегович. Есть ко мне вопросы еще? Нет, просто у вас надо заполнять вопросы. Документы. Отойдите, нет, вы заполняете документы, вы нас позовите, вы когда надо будет подписать. Хорошо, я когда заполню, тогда позову вас. Мы подошли сюда, начали. Вы сядете. Про какое-то давление спрашивать. Девушки подтвердили, сказали, что давление было. Я же вам представился. Мамаев Владимир Владимирович, представитель. Представитель. Кого? Защитник. Вот это Дмитрий зовут. Дмитрий, да, ему обратился... предъявлено, я ему предъявляла какое-то обвинение или что? В чем здесь это? Я приехал на место ДТП, меня вызвали. Вызвали. Ясно. И вы снимаете. И вы снимаете. Здесь ДТП. Здравствуйте, с полиции, такси, пожалуйста. Спасибо. Откройте машину, сядьте, пожалуйста, в машину. Сядьте в машину. А мы сейчас в мою сядем, мы сейчас вещи просто хотим принести. Правильно. А что вы так переживаете? Мы не переживаем. Что мне переживать? А что вы ему указываете, что делать? Давайте с вами пообщаемся. Мне все равно с кем общаться. В смысле указываю? Мне некогда, мне надо заполнять документы. Когда иди туда и заполняй. А, иди туда? Да. Это на ты. Ну потому что ты себя ведешь недостойно. На ты. Да, на ты. А? Масло. Подошел, какие-то указания делать. Я с вами нормально общался, даже камеру выключил. Я хотела бы, чтобы вы от меня отошли. Здравствуйте, хотела бы вызвать полицию. Молодые люди ко мне пристают, чувствую себя в опасности. Министр правительства Елена. Это еще та провокатор, я смотрю. Показывает тут корочку какую-то. А вы прекратите, пожалуйста, меня оскорблять. Я вас оскорбил? Как? Да. Как, скажите? Да, вы меня оскорбили. Все в порядке. Елена, как я вас оскорбил? Может, мне нужно извиниться? Не, вы скажите, как я вас оскорбил, я тогда извинюсь, может быть. Вы меня оскорбили следующим образом. Так. Вы сейчас меня снимаете. Зачем, я не понимаю. Ну, я вас не снимаю, вы попали в мой... А вы представьтесь, пожалуйста. Еще раз представиться? Да. Ну, давайте еще раз представлюсь. Мамаев Владимир Владимирович. Хорошо. Запомнили, нет? Вы работаете, Мамаев Владимир Владимирович. А вам нужно, чтобы я где-то работал? Это называется уже частная жизнь. Вы же представились адвокатом. Я не представлялся человека. Адвокатом. Вы сказали, что вы защитник. Ну, защитник и адвокат – это немножко разные вещи. Ну, хорошо. Работая в правительстве Мурманской области, вы должны это знать. Вы же юридически грамотный человек. А вы? Я – да. Да, да, да. Хорошо. То есть вы мне запрещаете вести видеосъемку, а сейчас меня снимаете, правильно? Ну, я вам запрещаю, вы же меня запрещали. Так а зачем запрещать? Ну, ради бога. Я думаю, вам пригодится эта фотография для чего-то там или видео, что вы там делаете. Ну, будете вечерами
просматривает. Смотреть на вас наверняка. Да. Хорошо. Ну, тогда тем более снимаете. Скажите, пожалуйста, а вам не стыдно? Вы сейчас чувство стыда не испытываете? Вот ваш друг совершил ДТП. Я такой плохой обидел человек. Обидел девушку. Девушка ударилась сильно. И вы вот устраиваете здесь такой вас? Театр. Вам не стыдно? Вас обидел? Нет, не меня, а подругу, которая была за рулем. А как ее зовут? Я даже не знаю, как ее зовут. Ну, какая вам разница, как ее зовут? Вот вы подъехали, я подъехала тоже сюда, на место ДТП. Я сюда подошел. И вы подходите к ней, начинаете с ней беседовать. Зачем вы это делаете? Я с ней не беседовал. Вы, оказывается, имеете психологическое давление. Я с ней вообще не беседовал. К тому же, как показывает у нас схема наша, которую мы составляли, схема, которую составляли два участника ДТП, показывает о том, что, к сожалению, ваш приятель виновен в ДТП. Виновен свою признавать не хочет. Вы устраиваете. Я не суд. Ну вот суд решит. Суд решит прекрасно. Будем судиться. Конечно, такого вопроса здесь нет. Это нормальная процедура. Угу. Хорошо. Я же не против. Елена. Ребят, правда, вы сейчас очень некрасиво поступаете. Я просто стою и фиксирую. Я не понимаю, что вы фиксируете. Я больше не могу. Я вызвала полицию. Они оплатят нас давление. Да это машина и не разговаривает никто. Зачем? Так они хотят с вами есть поговорить. Только ДПСов не хватает. Ну вы чего? Но я вызвала полицию уже, потому что это невозможно. Они подходят и оскорбляют. Смотрите, я снимаю место ДТП. Подошел с один. Давайте разойдемся, пока а я здесь постою. Здесь. Лена, а вы по 306 статье не хотите уехать в отдел? Нет? Не, не 306, там другая статья. Вызов спецслужб необоснованный. Пожалуйста, от нас. Я вас очень прошу. В смысле? Я стою, вы к нам подошли. Вам не стыдно? Вам ничего, лгать. Ну, я вообще-то нахожусь на улице. Тем более сюда приехал по работе. Честно, не стыдно. Мой доверитель предупреждал, что я подъеду. Доверитель? Ну, мой подзащитный, Дмитрий, которого зовут. Он говорил, что ждем какого-то человека. Ну, меня, да? Не, он просто какого-то человека. Ну, под какого-то человека он говорил, что для чего ждем? С работы. Ну, он не говорил, для чего сказал. Он сказал, говорит, мне подсказали по работе, чтобы я кого-то подождал. Так, а вы ему права разъясняли какие-нибудь? Конечно. Говорили ему про защитника? 51, 25, и защитника говорил 25. Это у вас зафиксировано? Да. Все прекрасно. Да. А, скажите, я пожалуйста. Также вам могу зачитать еще, также продублировать, если хотите про защитника. Да я про другое спрашиваю. Просто он мне сказал, что он тут какие-то вам устные слова произносил. Кого? Ну, вам какие-то объяснения давал устно, я так понял. Было это, нет? Мы просто сидели, общались в машине. Это никак не пойдет никуда, я так понимаю. Ваше устное общение никуда не пойдет или пойдет? И сейчас он мне подходит и говорит, что как бы я сидел когда в машине, и вот я там то-то говорил. Угу. Это мне как просто расценивать? Это как его просто раскрутили на разговор или что? Просто что он сейчас это все подписывать не будет. Там совсем. Да, я в курсе, 51 статья у нас. Да, я просто к чему, что если вот это вот будет вылезать где-то его разговор, угу. Я так понимаю, в частной беседе, в нарушение, ну, то, что в отсутствии защитника, это неправильно, правильно? Про защитника он не заявлял ничего на тот момент. Но ему были разнесены 51 статья, 25.1 статья была разнесена. Также был задан вопрос об обстоятельствах происшествия. Это ваши фантазии на данный момент. Хорошо. Нет. Патрон на машине, его пригласили, правильно? Давайте вам еще раз скажу. Значит, человек имеет право на защиту, правильно? Правильно. Имеет право. Да. Имеет его право. Сотрудник, инспектор. Он меня ждал, понимаете? Но. Без меня проводить какие-то процедуры, в том числе брать объяснения. Почему тому тогда? Мы его что, насильно заставили сесть в машину? Он человек сам подошел, это в шоке. Он сам подошел, сел в машину и стал, начал разговаривать, правильно? Хорошо, как вы оформили? Кого? Ну, его объяснение как-то оформили? Ну, была, были записывали только данные, где он ознакомился с статьями, дали 51 статья и все. Ну, правильно понимаю, что на данный момент он все-таки объяснение вам не дал? Не дал. Все. Вот письменного. Письменное объяснение от него не было. Но видео зафиксировано. Хорошо, давайте, тогда я по-другому спрошу вопрос. Каким образом у нас оформляется объяснение и тому подобное? Наверное, как-то документально, правильно? Конечно, письменно. Поэтому я хочу от вас услышать, вот все, что вы его раскручивали на разговор, на базар и тому подобное, я буду вот так на сленге выражаться. Раскручивали. Во-первых, со мной на «ты» там общались. Да, потому что вы подошли и начали оказывать на меня давление. Меня, инспектора, сотрудника, который приехал. Ну, я вас не послал, поэтому мне ведется видеофиксация и аудиофиксация. Ну, ведите фиксацию. Да. Значит, не знаю, как вас зовут, знаю, что Маслов. Я уже представлялся. Да, я помню, фамилия Маслов у вас. Я к тому это веду, что
Почему? Вы подошли и некорректно начали общаться. Я некорректно. Лично со мной. Но это же все зафиксировано. Я некорректно. Вы не представились. Вы начали говорить, отойдите, не оказывайте там, или там давление оказывают и тому подобное. Закончим оформление. Так я вас не отвлекаю. Сейчас уже просто личный разговор. Не-не-не, все. Я вас всякий случай не отвлекаю. Я вас просто спросил по поводу объяснения. Вы будете интереса, да? Конечно. В суде, понимаете? Сотрудники полиции не устанавливают вину. У вас свидетельство есть о том, что вы имеете право предоставлять? Конечно, есть. Ну, покажите, пожалуйста. Кому? Мне. Зачем? Ну, просто. Ну, просто? Просто даже кошки, знаете, что они делают? Что делают? Не знаете? Это что? Не знаете, что они делают? Нет, кошки? Скажите. Ну, давайте, ну, отойдем в сторонку, там, без камер скажу. В сторонку? Да. Зачем мне в сторонку с вами? Ну, потому что это не культурное выражение, ты должен их вызвать. Вы мне предлагаете в сторонку. Так, а зачем вы культурное выражение, вы мне сейчас говорите об этом? Мне так, а зачем ты мне спрашиваешь какую-то удостоверение или что ты мне сейчас спрашиваешь? Еще раз. Вы так изначально бы спрятался, набрали. Спрятался, да и все. А то ему на ты не понравилось. Сам себе как ведешь. Просто берут человека, взяли, раскрутили на какой-то разговор под видеорегистратор в машине, понимаешь? При том, что я дал консультацию, никаких объяснений не давать, ничего не подписывать. Ну, что это такое? А он у нас защитники заявлял? Говорят, что не говорил. Сказал, что ждем какого-то человека. Какого человека? Ну, понятно, что защитника. Угу. Опять нарушает процедуру. Владимир, давайте я вам еще раз объясню. Давайте. Ситуация это была после того, как он сел в автомобиль. Мы с ним присели в автомобиль, я ему разъяснил права и обязанности. В этот момент, когда мы начали с ним разговаривать, он попросил поговорить по телефону. Я ему дал эту возможность, поговорил по телефону, потом зашел в автомобиль и говорит, можно я дождусь человека? Я говорю, можно. Смотрите, я возможно, он что-то там наговорил каких-то глупостей. Я не исключаю это. Так я не исключаю. Факт в том, чтобы вот эти глупости не всплывали где-то, потому что они оформлены неодлежащим образом. Он сейчас объяснения вам не дает, потому что объяснения даются в письменном виде. Все, что он там устно вам наговорил, он мог ошибаться, он мог перепутать улицы, он мог перепутать машины. Человек находится в стрессовой ситуации. Именно для этого он сюда и обратился. А вы воспользовались вот этой ситуацией, его стрессовой ситуацией. Я вам еще раз повторяю, как это было. Я об этом буду утверждать, если вдруг какие-то его объяснения, устные ваши в частной беседе, всплывут с видеорегистратора. Вы об этом будете утверждать, если всплывут. Да. Сейчас вот если не всплывут, вопросов к вам вообще никаких нет. Все. Поэтому потому что письменных объяснений, как я только подошел, я вам сразу сказал, мы воспользуемся 51 статьей Конституции. На данный момент мы объяснений давать не будем. Все слышу. Объяснения мы будем давать в суде для установления вины. Я слышал это. Потому что вы вину не устанавливаете. Нет, если вы там увидите какое-то нарушение правил дорожного движения, вы можете там протокол составить. Это отдельная история. Протокол все, на комиссию я отправлю. Да, все остальное, что касается возмещение ущерба, это, сами понимаете, суммы там достаточно большие. Я специально подошел узнать у человека, есть ли у него каска или нет. Сразу началось наш адрес хамства, понимаете? Ваш коллега подошел и тоже начал хамить. Не представился, ничего. Начал нас обвинять, что мы оказываем на них давление. Меня попросили выключить телефон. Я выключил телефон, другая девушка берет, включает, меня начинает снимать. Ну, это ж некрасиво, понимаете? Ну, люди разные бывают. Просто у меня-то, понимаете, Ситуация и так стрессовая, сами понимаете. Да, несмотря на то, что я видео-то выключил, у меня звук-то всегда пишется. Поэтому меня сейчас обвинить, там приедут сотрудники ППС, тому кому угодно, что скажут, что я там себя как-то некорректно вел, там кого-то оскорблял. Там же они начинают провоцировать. Ничего не знаете, девушек? Меня это вообще не касается, что у вас там на улице. Как произошло? Я мог там девушку провоцировать? Так, знаете, самое интересное, я попросил ее представиться, но она попросила меня представиться, я представился, достает без видеозаписи, я, собственно, отпустил, все убрал, показывает удостоверение, что-то там с правительством. Вы просто друг друга представились, два человека, которые не имеют отношения к ДТП. Обычно представляются, вы можете хоть словами, угодно друг словами. Но в крайнем случае паспорт это показывает, если нужно прям что-то удостоверить. Но никак не фигурирует, где я работаю. Тем более, я думал, сейчас корочка следователя будет. Читаю, а там просто какой-то чиновник. 99% люди сами себе все усложняют. Вот объяснение не надо давать. Не под регистратор. Понятно, что, в принципе, это все юридические силы иметь не будет, но все равно это могут потом использовать. Посмотрим. Рассказываю, что будет дальше. Ну, понимаешь, то есть... Сейчас на месте, так как вы изъявили рассмотрение на комиссии, то есть я выношу протокол. Протокол на комиссию будет по статье 12.13.2. Нарушение правил проезда перекрестка. То есть двигатель по второстепенной дороге, он успел в автомобиле, который двигался по главной дороге. Вот. Не, ну также все, это будет направлено на комиссию, да, на комиссию уже будем с вами разбираться, то есть там смотреть. Также вам, еще раз повторю, 51 статья имеет право на свидетельство против себя, свои близкие круг определенных правил закона, статья 25 имеет право знакомиться со всеми материалами дела, заправляться, разводу, полную услугу защитника и адвоката. Вы это изъявили, поэтому мы с вами направляем протокол на комиссию. Этим понятно все? Да, мы воспользуемся правом на
скажем так, на защитника, правом на не это давать объяснения сейчас, а на комиссии мы дадим свои доводы. Мы видим, скажем так, я немножечко услышал, не так, как вы сказали. Поэтому на зачем на комиссии. Все. Да. Есть, да. Да, спасибо. Нам тоже как бы нужно скорая. Нас тоже пострадал. Я даже знаю, кто за рулем. Смотри, смотри. Смотри, делает вид. Смотри, как она сидит и делает вид, что она так и не выходила. И ей плохо. Смотри, смотри. Ну, это понятно. Какой цирк. Легла, так откинулась, что ей так хреново. Не, ну, может быть, отсроченная не бывает. Человек сначала находится под шоком, под адреналином, а потом... Весенно. Идет все время. То же самое. Он же тоже так сначала. Вставал, падал. Пока адреналин ест, работает организм. Можно вас тоже вот посмотреть, это вот у нас сечённая, ну, рана такая, нужно зашивать, нет? Пойдёмте, вас просто. Зачем вы снимаете? Мы вас не снимаем. Зачем вы спрашиваете? Надо нас снимать, мы не даём свой согласие. Как он все время идет? Я не снимаю, смотри, еле идет, хорошо пойдет. Ага. Ну, они сейчас все проверят, посмотрят. Дадут вердикт, действительно ли там так, как она себя ведет. Зачем он снимал машину? Что-то у меня есть подозрение, что надо их проверить. На алкогольную. У нас есть пострадавшие, я так понимаю. Да. Будете проверять на алкоголь? А если... Есть подозрения. Вот... Признаки. А? Признаки есть. Ну вот как-то девушка себя неадекватно вела. Вот когда вы подошли, она была очень, так сказать, буйной, а сейчас она разыгрывает спектакль. А в чем это вот проявилось? Ну в том, что она сейчас ведет себя как бы еле идет, вот-вот упадет. Ну вы даже сами смеетесь сейчас. Вот вы сейчас говорите. Мне смешно, потому что это спектакль. Мне кажется, такого не... Ну вот она выйдет еще раз. Ну я предлагаю проверить все-таки на состояние алкогольного опьянения. На признаки, да. Вы именно предлагаете. Советую, да. Советую. Рекомендую. Но это ваша работа. Хорошо. Нет, я просто как бы обратил на это внимание, что, на мой взгляд, у ее поведения неадекватная обстановка. То есть есть признаки. Есть признаки. Да. Ну, про алкоголь я ее не нюхал. Хорошо, скажите мне, какие признаки? А неустойчивость позы у меня зафиксирована. А неадекватное поведение. А если мы определим, что она устойчивая, значит. Ну это ваша прерогатива, я ничего не говорю, я просто обращаю на это внимание. То есть, поскольку я как человек, участвующий в данной процедуре, говорите, обращаю на это. Вы знаете, вы же, если предоставляете интересы, запах должен быть, правильно, алкогольный? Нет, достаточно нет, одного признака. Решили, одного. Ну, может, она под наркотическим опьянением находится, я же не знаю. Ну, проверьте. Проверьте, человек себя ведет неадекватно. У него сначала было одно поведение, сейчас другое. Или клевечите на нее. А вы сейчас выступаете ее защитником? Нет, не защитник, я просто спрашиваю. Ну давайте еще раз повторю, вы внимательно слушаете. Значит, изначально у меня на видео зафиксировано, как она вела себя. Ага. И как она ведет сейчас себя. То есть это разные два поведения. Я вам объясню. Она не отказывается давать объяснение. Она даст свое объяснение. Что объяснение? Я говорю, что она ведет себя неадекватно. Проверьте ее на состояние алкогольного опьянения. Потребуется, проверим, хорошо? Так я прошу об этом ходатайству, так сказать. Да, пишите. Дадите листочек, я сейчас напишу. Письмо. Хорошо, спасибо. Я к вашему коллегу подойти. Напишите. Подойду к вашему коллегу. Коллеги. Скажите, пожалуйста, ну потому что я не, на данный момент не знаю, кто нет. составляет. Я могу листочек вам дать. Скажите, кто составляет административный материал? Вы или ваш коллега? Мы оба. Так не бывает, кто-то один должен быть. Как это так не бывает? Ну, то есть вы хотите сказать, что коллега приехал на машине, а я подошел с дома, что мы вместе приехали? Нет, вы в экипаже, вы все правильно. Ну, мы вместе. Вы видели, что я подпись будете двое ставить, вдвоем ставить в протоколе? В документах. В объяснении он берет. Он ставит подпись, план, схему, черчи. Меня интересует не объяснение, а именно, кто именно составлять будет административный материал. Административный? Ну, вы сейчас будете как минимум направлять будет, там на комиссию. Сотрудник будет составлять. Все, тогда я к нему обращаюсь. Обратитесь, пожалуйста. Все, спасибо. Еще есть вопросы? Нет, к вам нет. Я просто к вам обратился. К вам именно с удовольствием отвечу. Спасибо. У меня будет ходатайство проверить на состояние алкогольного опьянения девушки-водителя.
потому что она ведет себя не, ну, неадекватно. Я поясняю, в чем. Значит, когда я подошел, она была, ну, в одном состоянии. Сейчас она играет, что ей плохо, она там как бы там чуть ли не падает в обморок, идет это все, шатается. А плюс, ну, неадекватность поведения. И я вот понял, это. Официально ходатайство заявить, мне нужно у вас доверенность какая-то, что вы представляете интересы человека. Устное заявление. Устное заявление. Доверение. Это доверитель моего, да. Ну, представьте, как я могу сейчас на месте ДТП, ДТП может быть ночью, выходной день, нотариусы не работают. Да, я понимаю, но просто любой человек приезжает и представляется, мне нет, говорит, не любой, я сейчас вам паспорт покажу, допустите, будет ходатайство, письменно все положено. Хорошо, смотрите, во-первых, я просто вам обратился для того, чтобы вы самостоятельно это сделали. Это ваше право проверить, не проверить. На мой взгляд, есть признаки. Потому что я устанавливаю. Я их понимаю. Нету. Я с ней общался и сидел. Она говорила, что у нее после удара сдавлена грудная клетка. Ну, вот, говорит, смотрите, я специально веду видеозапись. Для чего? Для того, чтобы потом, в случае чего, сказать, что человек мог быть в состоянии алкогольного опьянения, я к вам обратился, а вы не предприняли меры. Ну, это понимаю, что это субъективная оценка сотрудника полиции, это ваша, ну, функция, все понятно. Ваша тем более субъективная. Вы просто подошли к этому. Любого субъективно. Именно говорите, у меня просто состояние опьянения, улице, вот пьяный, состояние опьянения определяет только вот медики. Даже не алкотестер, потому что даже он может ошибаться. Вот. Потом не важно, в каком она опьянении, она может быть, ну, наркотическим и тому подобное. То есть, если запаха нет, это не означает, что она не находится в состоянии опьянения. Просто понимаете, у меня возникает вопрос, почему она себя вела сначала так, а сейчас, когда приехала скорая, ведет себя по-другому. Ну, вы изначально не видели, как она вела себя. Нет, у меня записано. На видео. После ДТП тоже не было. Как не было? Я же пришел и с ней общаться. Ваш коллега подошел, сказал, чтобы мы к нему не подходили и не это. Я не к этому говорю. После ДТП, когда я у нее объяснение брал, когда я с ней общался, это же было все до этого. Вы же не видели, как она себя чувствует. Я к чему хочу сказать, чтобы либо она это играет на камеру, да, ну, перед сотрудниками медслужбы, либо на самом деле она себя ведет неадекватно. Ну, я, конечно, верю, что она... А третий вариант не рассматривается, что какой? Она ударилась об руль, об ремень. Не рассматривается такой вариант вообще? Не, я рассматриваю. Ну, тогда почему она до этого вела себя нормально, а сейчас ведет себя как... Ну, вы не видели. Она изначально в машине мне жаловалась на боль. И говорила, что после оформления ДТП, скорее всего, пойду обращусь, потому что надо делать рентген. Типа, скорая здесь не поможет. Сейчас, пока мы оформляем с вами, наше оформление затянулось. Она позвонила в скорую. Вы мне дадите ручку, листочек, я напишу ходатайство. Если да, да, нет, нет, я не буду вас тут настаивать там, и тому подобное. Я просто фиксирую на видео и все. В любом случае, я в суде буду участвовать в качестве защитника по нотариальной доверенности, либо по устному заявлению моего доверителя. То есть... Я понял. Ну, ожидайте, я сейчас к вам выйду. Хорошо. С листиком, с листочком. Как-то так. Как-то так, да. Что-то не хотят почему-то они проводить-то. Мой полицейский не хочет отвечать, чем мою машину под злодей. Почему я подошел? Чтобы установить признаки алкогольного опьянения, чтобы выяснить, есть ли каска ОСАГО, вообще кто возмещает ущерб, чтобы вообще разобраться с ситуацией. И тут меня сразу посылают, говорят, не подходи, выключи камеру и тому подобное. Ну, раз так делается, Денис. Еще и полицейский приходит. Да, еще и угрожает мне полицейским и удостоверением сотрудника правительства Мурманской области. Мы прямо писались. Я говорю, я думаю, все, корочку достает, мы все сейчас, да, либо прокурор, да, либо следователь. Угу. Читаю, а там... Смешно. Да? А там младший помощник старшего сантехника. В правительстве Мурманской области. Это самое важное. Самое важное. Поэтому и показали. Наверное, им тоже не показали. Посмотрим, как они будут. Ну, вообще, как бы они обязаны провести сейчас. Если есть ДТП с пострадавшими, это обязательно проводится. Обязательно проводится. Они не хотят. Почему они к Спицыну-то поехали в больницу? Чтобы провести это. Даже не знаю, за рулем или не за рулем, надо провести. Да, да. То есть здесь это проводится метасвидетельство не по факту признаков опьянения, а по факту ДТП с пострадавшими. Вот почему-то сотрудник полиции этого не знает.
Он начинает меня спрашивать про какие-то признаки и тому подобное. Ну, может быть, знает, да? Решует. Не, я просто пытаюсь, ну, как бы тут, скажем так, ведем диалог. Смотрите, вот есть статья 12.24. Я прекрасно это знаю, не надо мне сказать, как... Только по факту ДТП с пострадавшими... Не было пострадавших, никто не заявлял о том, что кто-то пострадал. Сейчас она вышла, да, изначально. Когда объяснение брала, она говорит, я не пострадала, понимаете? То есть нужны признаки алкогольного опьянения, достаточно самого этого события. Я это прекрасно знаю. Все, потому что есть ДТП с пострадавшими. Ну, давайте проверим на всякий случай, да и все. Проверим, потому что есть ДТП с пострадавшими, есть пострадавшие. До этого никто не заявлял о том, что пострадал. Короче, вы здесь можете разобраться, я за то, чтобы проверить. Да я вас услышал, Вот. Вы же сами сказали, что она села, сказала, что у нее болит грудная клетка. Она сказала, болит грудная клетка, ну, сейчас в медицинской помощи не нуждаюсь, но потом, скорее всего, поеду, обращусь. Но это не пострадавшая? Нет. На место не вызывается скорая, никто не госпитализируется, как бы она не заявляла. Ну, скорая есть уже все. Ну, обстоятельства изменились, давайте всех продуем и успокоимся на этом. Не любят они тебя, создаешь что им заботу. Слишком грамотный. Так это я наоборот им подсказываю, чтобы грамотно все оформили. Слишком грамотные. Они неграмотные, видишь, ты их в плохом цвете представляешь. А мы все слышали, вот смотри. Вот, звонок другу. Видишь, у нас... Ты видишь? Ты сейчас выяснишь, что алкотестера нет. Это, на камеру сними, как он звонит по телефону. Вот отсюда даже будет. Но тестера нету, может быть, сейчас привезут. Наверняка, наверное, тестера нету. Ладно, пойдем тогда, что тут поехать. Понятно, что дальше будет. Телефон не надо указывать. Либо укажите мой телефон. 921-6641. Ну, а вы кто? Я не права. Представитель, покажите документы. Я помощник. Покажите документы. Закройте дверь, пожалуйста. Давайте мы закончим, закройте дверь. Сделайте ходатайство о допуске мне в качестве защитника. Ничего нет. Я прошу, простите. Человека в качестве защитника. В качестве защитника? Да. Хорошо, документы не дайте. У вас есть что? Доверенность, представление человека данного? Не, вы можете отказать. Это не вопрос. Только вы знаете, да, чем это закончится? Чем? Мамаев Владимир Владимирович, защитник на основании устного ходатайства моего доверителя. Для того, чтобы оформить в качестве моего защитника, он может в протоколе это сделать, отметочку можно, листочки отдельно написать. Я понял, я поэтому составляю протокол на комиссию. Хорошо, не, просто я вам заранее говорю, что я сейчас ему оказываю помощь. Сами 300 раз уже одно и то же проговаривал. Я составляю протокол. Я к чему говорю? Давайте я вам объясню, зачем телефон... Паспорт не является документом, на основании которого... Сделайте замечание вашему коллеге, чтобы он не вмешивался в данный момент. Протокол составляем. Протокол в отношении данного гражданина. Вы составляете, я сейчас разъясню момент, почему мы не хотим указывать на комиссию, телефон. На комиссию вы приходите, телефон ходите, не указывайте. Я вам ничего не говорю по этому. Все, не указываем. Все. Разговор ни о чем. Остальное пишем, давайте телефон не указываем. Хотим дома разъяснить? Да, все, пишите. Я тоже очень. Телефон не указывайте. Чтобы вас не пригласили смс-информированием, да, либо по телефону не позвонили и тому подобное. Потому что это могут сделать в последний момент, и вы сможете не явиться. Ну, не сможете явиться вовремя. Вот в этом может быть проблема. Вам сейчас в любом случае дадут расписаться, там будет указана дата, но дата может измениться по разным обстоятельствам. Все, я вас не отвлекаю, я разъясню. Пожалуйста. Я об этом и говорю, что если он явится, а у вас там по какой-то причине отменится, ну бывают такие случаи, не будет 18 числа разбора, но бывает такое, знаете, да? А? Все. Как, конечно, некорректно ведет коллега вообще просто. Лезет со своими нравоучениями, консультациями. Знания, как минимум, КОАПа на нуле. Поэтому вы меня послали. Если вы хотите со мной пообщаться, выходите, пообщаемся. Поэтому вы меня отправили матом, послали, да? Матом? И стали со мной разговаривать на ты. А вы сейчас на меня клевещете? Вы как поаккуратней будьте, поаккуратней. Я же вас предупредил, что у меня ведется непрерывная аудиофиксация. Поэтому, когда вы говорите, что я вас послал матом, вы должны отдавать себе отчет, что это называется клевета. Ну, вы же могли записать и вырезать, а могли не записать. Нет, у меня же будет непрерывная запись. А вы же мне не показываете, ведется запись. А я вам не буду ничего показывать. Я уже в суде, в мировом суде покажу по 128.1. Покажите, пожалуйста. Называется клевета. Покажите. Там не столько страшен для вас будет штраф, сколько будет страшно именно лишение вас должности. Потому что сотрудник полиции, имеющий судимость, не имеет права работать. Вы можете не мешать процессу, хорошо? Ну, так это вы мне помешали. А я вам помешал? Конечно. Я когда разговаривал с вашим коллегами, с своим доверителем, вы лезли со своими нравоучениями, советами и консультациями, я не знаю, как это назвать.
все. Вот видите, как вы хорошо понимаете, когда вам доходчиво популярно объясняют. Нет, я не понял. А, не поняли? Нет. Ну давайте, я вам объясню еще раз. Давайте, я не буду еще. А, вы просто реагируетесь. Что значит давайте? Опять вы на ты? Давайте. Давайте, там ты. Со слухом проблемы. Да, вроде даже сейчас корректно разговариваю, все равно не так что-то. Еще и со слухом проблемы. У кого? Смешно, смеетесь. Вы сейчас со мной разговариваете или с кем он разговаривает? Или у него с глазами еще проблемы? Какой-то проблематичный сотрудник. Слушай, ты говоришь ему на «вы», а он говорит, что ты ему тыкаешь. Это жесть. Это вообще, это как? Он что знал, что это проверить? Да вот что-то у меня есть такое подозрение, надо проверить. Как-то неадекватно все ведет. Реально неадекватно. Послал якобы его. Выносится протокол, чтобы рассмотрение было объективно со всех сторон. Комиссия у вас будет в областном ГАИ на Калалибинске, 18 сентября в 14:10 в 214 кабинете. Все понятно? Пожалуйста, ручку возьмите. Молчи я. Значит, бери ручку. Пиши ходатайство там, где, что нуждаюсь в защитнике. Да, до этого дойдем еще. А, вы еще не дошли? А что там, на чем остановились? Я права разъяснены, по порядку, да. То есть права галочка, понятны? Галочка 51-51, тогда это не один раз. Все, вопросов нет. Денис, не лезай в разговор. Дальше, просто время рассмотрения. Здесь галочка о том, что вы видите, когда время будет рассмотрение. Здесь? Да, да, да. Рядышком. Объяснение лица, в отношении которого должно делаться именно про нарушение. Ваше объяснение. Да. Вот там, значит, пиши, будут даны позже. Ну, да, там на комиссии, там, это все нормально. Запятая. С правонарушением не согласен. Так, ну дальше вы сейчас говорите, что ходатайство, да. Ну вот, вот где ходатайство? Нуждаюсь в защитнике. Так, что там дальше у вас? По плану. Уведомление по номеру телефона. Нет, не надо. Пожалуйста. Объяснение замечания по содержанию протокола. Объяснение содержания. Здесь ваши контактные данные, здесь суть нарушения. Еще раз повторюсь, это просто протокол пока что. Здесь ну, напишите, что. Пока мы составляем вот на месте то, что так, как я вижу. Вот. Если у вас будут какие-нибудь доказательства предоставлены на рассмотрение в комиссии, то естественно как бы протокол отменим. Он может тут не расписываться. Ну как, ну замечания они есть, либо нет. Вы скажите, да. Ну давайте я прочитаю, я просто не читал. Так. Суть нарушения. Просто управляя Сандеро, двигался по второстепенно, не уступил Сан Йонгу. Все, он не согласен с тем-то, в том-то и дело. Так в том-то, поэтому протокол составляется, а не постановление. Ага. Так, лицо отношения к протоколу. Знакомим с протоколом. Объяснение и замечания по содержанию протокола. Содержание. А, здесь ну контактные тогда, данные. Тогда здесь напишите, будут даны позже. Ну что так написать, да, вам никто не запрещает вообще ничего. Так, ну что, подпись? Подпись лица, в отношении которого составлен протокол. Последняя подпись за копию данного протокола. Так, если у вас там нечитаемое, мы сфотографируем, да, для, да, пожалуйста, для ясности. Да. Давайте это сразу сфотку. Можете сразу сфоткать. Ну что, ничего не видно, да? Ну, все понятно. Ну, я вам копию перешлю в чат вообще. Так, ну, в принципе, все, паспорт я свой заберу. Пока так, да, осталось только формальность, сейчас ДТП дорисуем и распустим вас всех. Да, только паспорт тогда вам нужен, но нет? Да, пожалуйста, мне не нужен. Вы же меня не допустили в качестве защитника, правильно? Ну, вообще, по-хорошему должна быть какая-то бумага. Вы все, что словесно, как бы... Ну, по-хорошему должно быть ходатайство, да. Ну, у него нет ручки, листочка, он бы сейчас это сделал. Он не требовал изначально такого. Ну, у него не было такого желания изначально. Да не имеет изначально, он может в любой момент. Он даже сейчас может сказать, я хочу защитника. Я что-то говорю, сейчас может. Вот вы составляли протокол. А вы появились раньше. Да, смотрите, в протоколе он написал, нуждаюсь в защитнике. Угу. Написал? Да. Написал. Вы видите меня в присутствии? Видите? Я вижу. Но это сейчас как происходит, еще раз. Составление протокола это происходило. Ну. Ну, в любом случае, вы должны меня были допустить. Я вам так скажу, ну, это не имеет значения. Вот этот протокол, он уже не имеет юридической силы. Вы это же прекрасно знаете. Конечно. Ну, все, давайте, как бы, у меня на видео зафиксировано, что я защитник, вы меня не допустили, ходатайство было заявлено, вы права мне не разъясняли. Почему вас не допустили? Ну, вы мне права разъяснили. Защитника? Да.
Мы сами на улицу выходили, начинал зачитывать, меня перебили. Не, вот сейчас при составлении протокола вы мне вообще разъяснили. Я изначально говорил, когда вы сюда появились, когда вы здесь появились. Может, вы мне год назад мы могли встречаться и разъяснять. Вы мне сейчас должны были разъяснить права. Вот как все, вы сейчас, понял, как вы зачитали. Не, вы сейчас зачитали моему доверителю права. Точно так же вы должны были разъяснить мне права. Я точно так же должен был в протоколе расписаться. Ну, если я допущен, понимаете, как защитник. Но вы же этого ничего не сделали. Ну, это как бы чисто, ну, факультативно вам такой ликбез небольшой. Все, ну мы как бы вопрос-то не в этом, мы будем по существу рассматривать. Мы как бы протокол-то это другая история. Я понял. Все, ну все, тогда ожидаем. Да, конечно, можете. Объясняю вам всем, ну, давайте. Перекресток, данный перекресток, вот, да? Вот туда. Транспорт, сам я здесь находится. В этом месте. Чуть вот дальше. Не против, если я сниму. А вы меня будете снимать? Я не буду вас лично. Дальше стоит транспорт Сандера. Замеры идут. Замер ширины дороги, во-первых. Потом берем в качестве основы световую опору. Световая опора, обратите внимание, название имеет ВК-5-5-5. Световую опору идут замеры. Получается, до переднего колеса Сандера, до заднего колеса Сандера. Что мы получили? 6,57, 5,79. Дальше идут замеры Сан-Янга от столба. Расстояние между транспортами первым и вторым. Ну и условно указано здание, чтобы ориентироваться, где это происходило. Калинина 33 здание и Калинина 31А. А, вот чуть дальше, с левой стороны. Ну и все, в принципе. Улица Чумбара-Лучинского, пересечение с улицей Калинина. Дальше идут данные транспортов, номера, да. Координаты, улица Калинина, 33. Понятно? Ну, понятно. Мы вам верим, потому что мы же не будем перемерять. Вы видите, как насколько близко машина? Я могла бы сейчас рядом с вами не стоять. Я мог тоже возле вас не стоять. Я пока сюда ехал. Представляете, сколько было ситуаций? Вы это понимаете? Это стечение обстоятельств. Давайте не будем ругаться. Еле доехал сюда, вот пока к вам ехал. Успокойтесь. Главное успокойтесь. Вы девушку? Давайте девушку пожалеем. Владимир, я предложили вас пожалеть. Давайте я сфотографирую сейчас... и пойду уже заниматься своими делами. Я вам дал бы сейчас фотографирую, но там росписи. Все, ждем. Я сейчас его спрошу у инспектора. Давай. Не, можно не устраивать, как бы получается водителя. А Сандера распишется. Мне для читаемости просто нужно. Разрешаете? Или как? Я не знаю. Что разрешает? Распишется он в схеме? Конечно, расписывается. Ну, я жду. Все. Жду, когда кто-то уж распишется наконец-то. Именно фотографию по качеству получше. Так, роспись. Так, ну я вам фотографию тоже скину для информации. Так. Телефон не будете указывать? Нет, не буду. Ну, перед тем, как вам говорить, я успел записать вот это. Но я не могу это стереть. Понятно. Я не дописал. Но подписи вот же здесь есть. Нету человека. Подписи нету. Еще мне надо в вашем присутствии записать ваше повреждение. Так, подождите, а это что у вас за протокол? Это приложение. Это приложение заполняется. Так вы дайте нам все сфоткать-то уже. Так оно еще не заполнено. А, заполняйте. Давайте укажем повреждение с вами, пройдемся. Да. Именно с вами. Вы же не подписаны на мой YouTube-канал еще, нет? Нет. Подпишитесь обязательно. Да. Там ваши коллеги вот выступают в суде сейчас. И краснеют. Сейчас. По 12.26. Знаете, да? Одного уже уволили, другой, я думаю, сейчас вот скоро на очереди будет. Кого, коллегу уволили? Кристофоли уволили, и сейчас как Толмачева сейчас должны скоро уволить. Но он там хорохорится, что якобы его не уволят. Ну, уволят. До свидания, всего хорошего. Всего хорошего, до свидания. Вот это хайпанули.